Prime Аналітика. З вами я, Руслан Коцаба. Вітаю усіх глядачів. І цієї години зі мною в студії політичний експерт Олександр Савченко. І за якусь мить, сподіваємося, приїде, незважаючи на корки в центрі Києва, політичний аналітик Сергій Лозовський. Він мчить сюди на всіх парах і сподіваємося, що він таки встигне зараз на початку програми і приєднається до нашої бесіди. Найближчим часом говоримо про таке. Екс-мер Слов'янська Неля Штепа виграла суд проти України. Нацбанк вводить банкноту в 1000 гривень. Чи варто хвилюватись? Соціологи розповіли, що турбує українців найбільше. Тож, розпочнемо з наступної інформації. Європейський суд з прав людини визнав порушення з боку України у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, яку обвинувачили у сепаратизмі. Відтак, держава має виплатити Штепі 2600 євро моральної компенсації і ще 1000 євро відшкодування судових витрат. Екс-мер Слов'янська звернулася до Європейського суду з прав людини, бо вважає, що її попереднє ув'язнення було тривалим та невиправданим. Та ще й кримінальне провадження проти неї було необґрунтовано довгим. Нагадаю вам історію пані Штепи. Її заарештували 13 липня 2014 року, інкримінували посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей, а також створення терористичної групи чи організації. На суді Штепа пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою, під погрозами терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань були зроблені під дулом автомата. Але справу Нелі Штепи направляли на розгляд у кілька районних судів Харкова. Проте через відводи, саме відводи суддів, жоден з них так і не зміг ухвалити вирок. Зараз справа Штепи в Орджонікідзевському райсуді Харкова, де її мають розглянути з самого початку. Будемо, пане Олександре, з вами якраз цю тему обговорювати. Ви теж, крім того, що політичний аналітик, ще й правозахисник певною мірою. Я думаю, ви знаєте ситуацію з цілою плеядою ворогів народу в лапках. І яким чином оці всі справи не доходять до свого юридичного, тобто логічного завершення. Прокоментуйте, будь ласка, це випадковість, що Неля Штепа виграла суд, чи це початок новітньої тенденції? Ну, я считаю, что продолжение этой истории будет достаточно большое и громкое. Только по той причине, что у пани Нелли Штепы было заявлений достаточно много и достаточно разных. Начнем с того, что есть как бы две истории. Первая история – это то, что она призывала войти Путина. А второе – это то, почему она объясняла уже в суде, почему она это делала. Помимо того, что были там родственники, как она говорит, задержанные, и была угроза ее жизни, но были еще и другие заявления, когда она говорила, что я находилась на связи с господином Турчиновым, и по телефону исполняющего обязанности президента на тот момент, я напомню, и по телефону полностью все действия согласовывала, что я являлась тем человеком, которому эти месседжи давали и сотрудники СБУ. И я отчасти верю в эти все события. Это понимаете? СБУ? А почему вы думаете, что нет? Я не думаю, я ведущий. Я считаю, что вся вот эта история, она достаточно странная, потому что все громче и громче говорится, что вот этот момент вооруженного конфликта, вот сейчас в памяти достаточно сложно вспомнить, какой это был горячий период, много времени прошло. И одновременно, в конечном итоге, мы начнем в нем разбираться. Вы спросили, почему эти дела рассыпаются в суде? Эти дела рассыпаются в суде, потому что состав преступления, а вы лучше многих других понимаете это. Я не буду погружаться в историю вашу, Руслан. Но тем не менее, в них нет состава преступления так или иначе. Но что касается Штепы, то тут есть, я повторяю, есть еще и вторая история, которую она не досказала еще. И, возможно, есть прецедент, когда высшие чиновники, я сейчас говорю свое мнение, и я думаю, что тут нужно расследовать и поставить точку до конца в этом вопросе. Я думаю, что высшие чиновники нашего государства в какой-то мере провоцировали тот вооруженный конфликт, который был. Такие заявления делали со стороны Стрелкова. Это тот, который захватил Славянск. Сепаратист,
гражданин России, который руководил боевыми действиями со стороны... Который бесперешкодно вышел из Славянска и пришел в Донецк. Близкие к Стрелкову говорили, что эти действия были полностью согласованы с теми руководящими людьми, которые находились в Киеве. Руководящими людьми. Я не хочу называть фамилии, потому что это должно быть полностью расследовано. Есть ли в этом правда? Вы озвучите в эфире. Я юридически ответственный за ваши слова. Абсолютно точно. Это мое мнение, потому что я много погружался... информация? Я погружался в материалы, которые были напечатаны со стороны близких людей к Стрелкову. И те заявления, которые выпускала Неля Штепа. Почему они так соприкасаются? Ні, ви от мене цікавить по Стрілкову, тому що ми розуміємо, що простий реконструктор бойових дій, ну типу як реконструктор, це якби така ця певна каста, ну не міг випадково силами інших реконструкторів захопити цілі райвідділи, де в кожному було не менше як по 100 стволів нарізної зброї. Я можу сказати, що в этом ділі дуже багато несостыковок, которые нужно расследовать. Что слишком много достаточно случайных факторов, почему туда завезли оружие, оно там находилось. Почему Стрелков зашел так легко и так легко вышел. Почему часу не вывезли зброю? Я хочу сказать, что нашим силовым структурам нужно очень четко проанализировать звонки, которые были, контакты, которые были в верхушке, та, которая пришла к власти в Украине. И мне кажется, нужно проверить те факты, не являлись ли призывы Стрелкова, которые звучали «Россия, приди, приди», согласованы с сепаратистами, которые находились в тот момент именно в Киеве? Не был ли это все спектакль? Нашим глядачам я нагадую, что вы можете долучитися до нашої розмови у прямому ефірі. Телефонуйте 0821 26 20, 0821 26 20. Нагадую, дзвінки безкоштовні. Ви зачепили одну тему, бо тому що та не тільки так ви, не тільки ви так говорите. Справа в тім, що є, існує думка, припущення, яке, можливо, має під собою якісь підґрунтя реалістичне, що влада, тодішня українська влада, яка в порушенні, скажімо, 10 статті Конституції, яка чітко регламентує, яким чином може президент зміщуватися, бо дехто говорить, що це був і державний переворот. Так от ця влада, вона була зацікавлена, щоб в дострокових парламентських виборах не брали участь виборці Донецька, Луганська і Криму. Це може таке припущення мати під собою якесь юридичне підґрунтя? Во-первых, да, но есть еще более громкие вещи, которые мы только что зацепили. То, что они были не заинтересованы в тех людях, которые за них не проголосуют, а это Донецкая, Луганская область однозначно, и Крым то же самое, и косвенно были заинтересованы, чтобы на выборы они не пошли, я это понимаю. Но есть еще и другая вещь, которую надо начать, еще раз говорю, надо четко дать задачу силовым органам это расследовать. Не было ли заинтересованности у тех людей, которые находились при власти в тот момент, затянуть сюда, либо спровоцировать Российскую Федерацию, чтобы она в действительности сюда зашла и действительно началась литься масштабная кровь? Вот это надо понять. До нас приєднався пан Сергій Лозовський. Пане Сергію, ми обговорювали в контексті того, що сьогодні пані Штепа в Європейському суді з прав людини виграла судовий позов на 3600 євро. Ми говоримо про те, чи, зважаючи на перипетії, перебіг її справи, коли воно, по суті, вона в суді стверджувала, що їй давали вказівки узгоджені там, з Яценюком, з Пашинським і Стручиновим. І ми дійшли, що пан Олександр, ну, оціночне судження в нього таке є, що, можливо, це було не випадково, і що дійсно пані Штепа була, говорить правду, і тому саме розсипалася її справа, кримінальне провадження проти неї. І, можливо, дійсно, оце все, що творилося на Донбасі, було узгоджено з тодішньою верхівкою влади. 100% ничего випадкового не бывает, это очевидно. То, что в какой-то мере это было, конечно, постановочный вариант, тут я абсолютно согласен. Если мы вспомним, что... Что, и людей убивали постановочно? Это, знаете, это уже по ходу пьесы
уже эксцесс выполнителя. Исполнителя. Тут уже не проконтролируешь. Ну, но если мы вспомним, откуда выходец господин Турчинов из комсомола, причем из высших звеньев комсомола, там их учили хорошо, в том числе и постановочным трюкам. Поэтому удивляться здесь нечему. Гаразд, повертаючись до ситуації з кримінальним провадженням, вірніше, судовим розглядом справи пані Нелі Штепи. Да. Я задавав пану Савченку запитання, чи це початок тенденції, оці програші цих політично вмотивованих, політично замовних справ? Ну, я би не назвав це началом, оскільки там був і Портнов. И недавно уже было новое решение по президенту-беглецу, как называют. Поэтому рушится вот эта вот конструкция, которая была построена непонятно на чем. Нашим глядачам я нагадую, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Телефонуйте 0800 21 26 20. Дзвінки безкоштовні і вони дуже цінні для нас. Тому що вам надається пріоритет. Ви, глядачі, для нас основне. І знову повертаючись, пане Олександре, ви почули пана Сергія. Пане Олександре, знову ж таки до теми, яким чином Стрілков Слав'янська в білий день колоною, яка 4 години спокійно їхала, безперешкодно зайшов в Донецьк і таким чином дійсно була створена Донецька Народна Республіка. Не якийсь там піар-проект пропагандистський, а власне вишколені, загартовані в боях під Слов'янську бійці, уже не заліплені георгіївськими ленточками, гвардійськими ленточками, а вже без жодних сантиментів, які втратили своїх там близьких, друзів, побратимів, зайшли в Донецьк. Давайте знову повернемося до, власне, початку літа 2014 року. Давайте посмотрим на эту ситуацию и со стороны палающего Славянска и посмотрим ситуацию потом, когда Стрелков ушел. Ну, в действительности это был не белый день, когда он выходил, а 5 утра. И в действительности все-таки потери были при выходе, но они были, потому что они заблудились колонной. Часть колонны заблудилась. Они потеряли всю технику. Давайте подумаем, почему Стрелков потерял всю технику? Он вышел без техники, только люди. Откуда у него была эта техника? Она была взята мирными якобы жителями, которые на подходе остановили БМП и остановили, насколько я помню, НОНА. Техника такая есть. Так вот, эта вся техника была, система залпового реактивного огня. Эта вся техника была украинская. То есть она была фактически как бы как случайно передана Стрелкову. Возьмем такой вопрос. Стрелков находился достаточно долго в Славянске. Какие заявления он делал? Это не секрет, может каждый посмотреть в Ютьюбе, когда он выходил каждый день и говорил о том, что Россия должна зайти сейчас, или через час, или утром нас тут не будет, здесь мирные жители... Стрелков зараз персона нон-грата на российском телеканале. Вы сейчас забежали вперед, к этому я дойду. Так вот, он делал достаточно резонансные заявления, и когда начали политологи приезжать в Славянск, а Славянск уже пылал. Почему русские потянулись туда, неофициальные лица, и начали конфликтовать? Ну, Сванидзе это не был неофициальный. Условно. Он не являлся на госдолжности. Но нужно понять, что россияне приезжают в пылающий Славянск и пытаются убедить Стрелкова, чтобы он не провоцировал Российскую Федерацию. Следующий этап. То есть посмотрите, как складывается достаточно странно контекст. Украинские войска достаточно мощные, все-таки это регулярная армия. Случайно останавливается техника, ее захватывают сепаратисты. Атаки на Славянск не идут. В Славянске находится Стрелков, который получает технику. Туда подходят живые группы людей. И в какой-то момент, когда начинается кульминация, он выходит фактически без потерь, но теряется вся техника, которая была захвачена. Как бы фальстарт произошел. Русские не явились в бой туда, ну, регулярные. Мені мешканці Донецька, я ж спілкуюся, я журналіст, спілкуюся з усіма сторонами конфлікту, і вони сказали, що якби не зайшов Стрілков тоді в Донецьк, то ніякого би ДНР не було. Тепер відбрасуємося, як би условно, в Російську Федерацію. Хто є зараз Стрілков? Стрілков зараз є опозиціонер к Путіну,
крайней формы оппозиционер, достаточно нерукопожатный даже среди оппозиционного круга, который живет достаточно свободно, его никто не преследует, его никто не трогает. Но зарабатывать нигде он не может, у него есть фонд, который поддерживается откуда? С западных структур. Объясните мне, пожалуйста, как может Российская Федерация, которая достаточно свободно преследует собственных граждан. Зараз у більшості глядачів, а я нагадую, вони теж можуть долучатися до розмови в прямому ефірі, певний шок від того, що вони почули. Пане Сергію, прокоментуйте. Я думаю, я этот шок сейчас усилю. Мы где-то числа 20, в 20-х числах мая, апреля 2014 года были приглашены в Одессу ребятами, которые стояли вот там на их Майдане, Куликово поле. Были приглашены в силу того, что они сказали, вы приедете, как-то помогите нам тут разобраться, иначе мы поприбиваем друг друга, потому что на очень ограниченном пятачке стояли Майдан, антимайдан, казаки, автомайдан. В общем, все собрались на одном пятачке, там палатки стояли буквально вот так. Ну и разумеется, когда вот такое вот, вот сближение, и кто-то там кого-то послал или не так сказал. Ну, сирный кинул, как бензин. Вот. Весело им там было, а поскольку группа «Каскад», не та «Каскад», которая там дворец Абина занимала, а это то, что был покойный ныне Разумовский и Фалеев, это группа социального выживания, скажем так. У них был опыт примирения различных социальных групп, которые находятся в антагонистических, скажем так, состояниях. Мы приехали туда, я говорю, это было где-то, ну, вторая половина 20-х чисел апреля. С этими разобрались достаточно быстро, предложили им форму мирного сосуществования, на что они сразу согласились, есть видеозапись, есть пресс-конференция. И когда мы уже ехали назад, позвонили ребята из 25-й бригады, по-моему, кому-то из них. С нами был, кстати, там представитель правого сектора. Вот, и сказал, что их готовятся расформировать, что-то они там оружие где-то не так, ну, все-таки 5 лет прошло. Мы прямо с дороги заезжаем на 112 канал и говорим, а, ну, лично я контактировал по телефону с теми, кто находился в Славянске, вот эти сепаратисты, которых их называют, но они себя сепаратистами это, кстати, не называли, они не собирались никуда отделяться. Там разговор шел о том, что они не согласны с той постановкой вопроса, которую предлагает новая власть. Ну, я помню, они хотели, их вимоги, здається, выбирать свои виконкоми, своих прокуроров, керівника СБУ. Тобто, такие, как бы... Это уже обросло. На самом деле, именно те, вот, как говорится, полевые командиры, они хотели быть услышаны. Скажите честно, они не понимали, чего они хотят? Абсолютно. И абсолютно. Не было системных они требований? Они когда мне звонили, я говорю, а вот скажите мне, пожалуйста, а зачем вы эту Сильраду захватили? Ну как, они же там захватывали на Западном. Я говорю, ну они там захватывали, потому что у них не было другой формы выражения, ибо иначе никто не услышал. До речі, шановні, я сам з Івано-Франківська, і, власне, ми, западенці, галичани, перші показали, як можна блокувати державні установи, як можна спалювати СБУ, як можна захоплювати бойові арсенали СБУ, обласні адміністрації. А вони, по суті, нас копіювали. Ну от, видите, а я із Харкова, тому я їм говорив. А был такой на Майдане Олег Великий, львовянин, который осуществлял, в частности, оборону, охрану Майдана. Я говорю, ну вот скажи ты мне, знаешь, как детские картинки были? Вроде одинаковые две картинки, но найди 10 различий. Итого, на Западной Украине, как вы правильно говорите, спалили Сираду, поставили на колени ментов и нафиг послали Киев. И они герои революции. Результат – героям слава. А там... Террористы. То же самое через 3,5 месяца делают то же самое, говорят, террористы. И когда я это Олегу этому объясняю, говорю, ты мне объясняй, где они, террористы?
Он так пыжился, потом говорит, ну, вы же не вешали польские флаги? Я говорю, ну да, вам было бы затруднительно, поскольку у вас с поляками есть определенные вопросы. У нас не было там границы, ментальной границы не было. Итого, они время от времени этот шум звонит и говорит, Сереж, тут дело доходит до нехорошего, надо уже чего-то делать. Мы начинаем искать варианты решения. Обходим полевых командиров Майдана, которые, если что-то случится, вот они буквально завтра станут лицо к лицу, что, собственно, и произошло. И мы говорим, что, ребят, ну так или иначе, любая война заканчивается переговорами. Давайте поменяем местами, давайте начнем с переговоров. Вот сядем за стол, увидим друг друга, и если мы здесь не договоримся за этим столом, ну так давайте здесь прямо и начнем стрелять, чего куда-то бегать. Вот здесь и начнем. И с этим мы приехали на 112 канал и говорим, что давайте организуем телемост. Полевые командиры одной стороны, полевые командиры другой стороны. Никаких политиков, никого вообще из официала. Только один был хорват из ОБСЕ, который хорошо говорил по-русски. И вот руководство так, они говорят, а кто это, а чего это, а какие наши стримеры туда не поедут. Я говорю... Безопасность гарантирует. Ви не повірите, я був першим стрімером, якраз який поїхав тоді в травні в Айдар, і я був перший журналіст, якраз який висвітлював початок. Я тоді працював на 112 Україна, якраз на цьому телеканалі. Хоча я пам'ятаю той телеміст, і потім я працював на 17 каналі, то якраз 17 канал зробив це фішкою 17 каналу телемости. І я вважаю це, до речі, елементом народної дипломатії. Так, це я і тоді був уверен, і я зараз абсолютно убежден. Что проведи мы тогда этот телемост, вот дальнейших событий... Температура бы спала. А их бы просто не было дальнейших событий. Ведь что происходит? Вы абсолютно правильно заметили. Было, и Александр, было полное непонимание, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы нас услышать. Это они говорили. Они говорили, речи, позиция, те, которых назвали сепаратистами. Она радикализуется. Ведь получалось, ну давайте... не мудрствовать лукаво, получалось следующее. Была, в принципе, полукриминальная страна, в которой главный пахан договорился со своими бригадирами, как это будет делиться, как это будет распределяться и тому подобное. И вдруг этого пахана дезавуировали, его убрали. То ли убили, то ли вигнали, то ли... Я мушу, розумієте, бо тому що в нас ще кілька тем є, але ви знаєте, що наше це обговорення, воно дає... додало ще більше запитань, як відповідей, і мені здається, що те, що ми не можемо зараз про це ще наблизитись до правди... Нужно все-таки сказати, для того, щоб закінчити этот разговор, що наші силові органи повинні зібрати вместе таких, як Неля Штепа, запросити в Російській Федерації, окей, він не приїде, але тим не менше, онлайн, хотя граждане России, которые убивали, у которых кровь на руках украинских военных, их сюда депортируют, и можно было... Я хочу спросить, а много обращений к Гиркину было, чтобы его обратно? А почему Неля Штепа сидела? Потому что к ней боялись задать тот вопрос, а кто же ей давал такие вводные... Это она сказала, но ее спрятали. Заметьте, все, кто делали, как вы сказали, телемост, все, кто делали прямой диалог, все сели из журналистов. Вы сели, Василец, Кацаба, дальше перечислять, Муравицкие и так далее. Гаразд. Все это тенденции в одном ключе. Переходим до наступной темы. Більш соціальної теми. Вже завтра українці побачать нові гроші. Банкнота у 1000 гривень з п'ятниці буде введена в обіг. Нацбанк вважає, що нова купюра зробить розрахунки для бізнесу і для громадян більш зручнішими. А ще це дозволить суттєво зекономити витрати Національного банку на друкування, зберігання, оброблення та перевезення банкнот. Економісти ж говорять, що це свідчить про постійну інфляцію в Україні. Думки експертів та пересічних громадян збирала наша Діна Бернацька. Національний банк України вводить в обіг нову купюру номіналом в 1000 гривень. З'явитися вона має уже завтра. Банкнота номіналом в 1000 гривень має більше 20 елементів захисту. Найголовніші з них – захисна стрічка та оптичний елемент, який змінює колір в залежності від нахилу. На лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет Володимира Вернадського. На зворотньому боці – будівля президії Національної академії наук України. Основний колір банкноти – блакитний.
Та що чекає українців у зв'язку з введенням нової банкноти, ми запитали у експерта-економіста. Купюри вищим номіналом 1000 гривень – це абсолютно недоречний крок, не актуальний, для нього немає жодних економічних фінансових підстав. І нічого, крім негативних реакцій, ця дія викликати не може, тому що введення грошей вищим номіналом дає психологічний сигнал і простим українцям, і українському бізнесу про те, що гривня буде знецінюватись, тобто девальвувати. Тому зараз ця дія Національного банку є шкідливою і ніякої користі насправді країні не принесе. Це була думка експерта. А що думають мешканці Києва, зараз запитаємо. Я думаю, що це позитивно, хто їх збирає, у кого гроші великі є. А у пенсіонерів, да, как-то не очень, да. Це видно від нехорошого життя. Якщо 100 доларів, вони 100 доларів вже можна дуже багато років і нічого не міняється, то це стабільність. А ось якщо так це відбувається, то це будемо надіятися на краще. Ну, як на мою думку, це дуже зараз потрібно, адже зараз дуже мало людей може собі дозволити таку купюру в своєму гаманці. Да. Я думаю, це мало що змінить, бо більш краще меншими купюрами розплачуватися, 1000 гривень. Бо іноді 200 гривень не можуть дати здачі в магазині, а 1000, то що з ними можна робити, я не знаю. Останній раз Національний банк України вводив в обіг нову банкноту 13 років тому, ще у 2006 році. Це була купюра номіналом 500 гривень. За аналогом, коли вводились в обіг в свій час купюри 200 гривень, 500 гривень, потім що нас очікували? Девальвація гривні, високі темпи інфляції, тобто психологічна готовність до девальвації гривні перетворилась у реальну девальвацію і в реальне підвищення цін, і дуже високі темпи інфляції. Та чи справдиться думка експертів, ми дізнаємося згодом. Ми побачили телесюжет нашої красуні Діни Бернацької. І нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі і телефонуйте на номер, безкоштовний номер 0800 21 26 20. І зараз, шановні експерти, переходимо до обговорення. Власне, в контексті того, що я так від себе для затравки скажу, що от коли я очолював територіальну структуру, тобто київську, в Івано-Франківській області, я був колись державним службовцем, в мене була зарплата 150 гривень, тільки ввели гривні. І я пригадую, що копійка була копійкою, гривня була гривнею, по-моєму, 100 гривень банкнота тоді була максимальна, як тільки ввели гривню. І ви знаєте, зараз мені дуже прикро спостерігати, що оці копійки, які валяються, їх ніхто не підняв. Я думаю, це вирок. Це вирок всім українським владам, які нас принижували інфляцією рублів, фіктивними цими купонами, які тільки дозволили зробити так звану приватизацію, так? Потім інфляцією, такою розгромною інфляцією гривні. Ну що ж, пане Сергію, почнемо з вас. Як ви думаєте, чи допоможе це дійсно гривні, допоможе це нам, чи це свідчить про те, що буцімто долар падає, а ціни ростуть, і це свідчить про щось важливіше, негативніше, можливо? Ну, як говорила Аліса, все чудесатя і чудесатя. Ви правильно сказали, що розрив між падением доллара и ростом цен, он привел к тому, что мы обогнали по ценникам Москву. Далеко не дешевый. В России меньше цены? Далеко не дешевый город, как вы знаете. Ну, один из наидорожчих. Вот. Мы даже где-то дороже, чем Казань или Рязань. Ну, есть такая табличка сравнительных цен. У нас есть телефонный дзвоночек, мы надаем приоритет нашим глядачам. Будь ласка, доброго вечера, мы вас слушаем. Доброго вечора, це Віктор із Черкащини. У мене таке питання. А шановні експерти, можуть сказати, що тисячна купюра – це для чорного ринку тільки підтримка. Тому що якщо по 10, по 20 гривень і оплатити, допустимо, мільйон гривень, то це набагато складніше, це потрібно півгрузовика. А по тисячі
Це буквально, ну, два мішки грошей, щоб мільйон оплатити. Зрозуміло. На ринку Зрозуміло. Хоча я вам скажу, що 500 євро, банкнота, вона має набагато більше гривень собі, як номінал, і в неї ще легше розкрадати ті мільйони. Ну, в контексті, можливо, трошки такі, ну, народне питання, але ми мусимо розуміти, що народ, він теж відчуває, що не просто все в державній машині. Ну, говорить о том, что номінал банкноти влияет на инфляцию, это все равно, что говорит, что ветер дует, потому что ветви, деревья качаются. Это приводит к упрощению, к унификации системы расчетов, не более чем. Хотя есть такой пример страны, где крайне ленивые люди живут, а ленивые всегда они изобретательны. Это Черногория. Они вообще не вводили свою валюту, они так и пользуются евро. Поэтому их колебания курса вообще не касаются, поскольку его нет. Ну, пан Олександр, розлого, спокійно. Я думаю, що ви теж бачите, що за кордоном, ви їздите часто за кордон, ви бачите, що копійки, монети не валяються під ногами. Нет, конечно. Это большие деньги для европейцев. И свою валюту они держат на определенном уровне. Это их стратегический продукт, начнем с этого. Настоящий Нацбанк? Ну, конечно, но он у нас есть, но он нам не принадлежит, как, впрочем, и в ряде других стран. Ну, было же Я извиняюсь, Нацбанк был у Гонтарева, а не у нас. Дело в том, что я считаю, что все-таки инфляция, конечно же, это признак инфляции. Кратенько объясню, почему. Во-первых, для того, чтобы инфляции не было, когда вводится новая купюра, то нужно забрать старую, изъять. Это длительный процесс. В таких странах, как там, Германия, Франция, ну это зона евро, Америка, где экономика живая, оборачиваемость денег очень высокая, то это происходит процесс очень быстро. В Украине на сегодняшний момент, к большому моему сожалению, экономика фактически мертва. Оборачиваемость денег очень слабая. Изъять эти деньги из оборота – это продолжительный период времени. Теперь проследите, что происходит. Государство вводит новую купюру, не изымая старые деньги. Пресс денег становится больше, ну то есть его для этого нужно изъять. К таким уловкам приходили разные экономисты. И это нормальный экономический выход. Для того, чтобы девальвация. На какой-то период времени. Поскольку скорость оборачиваемости денег – это просчитываемая вещь, то можно просчитать через сколько. То есть можно как бы вбросить определенный пресс денег, оживить экономику на короткий период, но дальше ее быстро вытащить. А на зиму мы будем маты? Да, вот это хороший вопрос, но не к зиме. Я думаю, а это мое мнение, я считаю, что у нас оборачиваемость низкая, поэтому не к зиме, а к весне. А сейчас давайте проследим тенденцию. Все-таки у нас в правительстве сидят умные люди, как бы кто ни говорил. Да, ну, Милован сказал, что он дебил. Ну, но Миловану приходят очень трезвые вводные, что делать и в какой период делать. Редкий случай, когда я верю правительству. Да. Сейчас происходит то, что в стране появляется излишнее количество денег, условно контролируемое. Но инфляция еще не настает. Ну, то есть инфляция настанет позже, весной, если экономика будет достаточно живая. Но в этот период времени, что у нас наметило правительство? Оно наметило открыть рынок земли. Для того, чтобы рынок земли открыть, что необходимо иметь? Нужно иметь деньги. Причем деньги украинские, вы понимаете. То, что делается заявление с точки зрения правительства, мы это делаем для бизнеса, да чепуха, конечно, полнейшая. Бизнес живет электронными деньгами, у нас электронное правительство уже сделано, держало в смартфоне, и все это уже есть. Ну вы же эксперт, ну не можно заниматься популизмом. Ну вы прекрасно знаете, что вся земля уже чьей-то власности, и там такие боргові на ней зобов'язані, что даже если, скажем, латифундисты скажут: «Собирайте, але поверіть мені то, що ті борги, які я заклав ту землю». Ну, ми знаємо, що це какие? Все… Які? Ну як? Вони заклали землю в різних структурах, як застав. Послушайте. Хвильку, зараз. Земельний – це трошки в бік, але я обіцяв вам дати на ту тему слово. Продовжуйте. Не тільки це.
Ведь ринок землі – це як яркий примір. Як би там не було, зараз вопрос там в заставі чи ні. Для того, щоб проводити операції по землі, либо по другим активам, хорошо, окей, у нас на следующий год намечена приватизация госпредприятий, каких-то других активов различных, но для этого необходимо иметь свободные деньги. В государстве их нет. Введение новых красивых купюр, а они действительно красивые, сводится только к одному – сделать скрытую инфляцию и произвести выкуп. Для этого нужно иметь денежную массу. Вот сейчас правительство для своих эту денежную массу создает. Это не для граждан Украины, я имею в виду в селах, не для рабочих, не для докторов, не для пенсионеров. Это все не для них. Они бы могли осуществлять расчеты и старыми купюрами. Я вам принес журнал «Мурзилку» для вашего мальчика, но я вам его не отдам. Вот, это то же самое. Потому что это никакой прямой связи нет здесь. Я вам назвал практически все причины, которые мне видятся. Погоджуюся. Ну, пане Сергію, давайте повертаємося до цієї теми. Ви сказали, що у вас є контрдумка. Хоч я особисто, я не вірю, що при теперішніх правилах, які існують на земельному ринку і тих нормах юридичних, які існують в земельному законодавстві, є можливість зробити землю товаром. Це в основному, якби, виконати вимогу Міжнародного валютного фонду, але знаєте, як в нас кажуть, я тобі піду в баню, я тобі покупаюся. Тобто ніхто з латифундистів, більшість яких мають свої лобістські групи в Верховній Раді, не буде землю віддавати, бо вона давно обробляється, є цілі фермерські парки, паї, ну я розумію, це деколи буває мішок дерті з простим селянам, але паї справно сплачуються, і міністр, ну скажімо так, не буду називати хто, кришує всі рейдерські схеми захоплення скажімо так, автопарку під час збору урожаю і навіть земельних участків. Знаєте, на Востокі є хороша поговорка, коли Аллах хоче наказати чоловіка, він, прежде всего, лишає його ума. Вот человек, который не имеет собственного плана на собственную жизнь, у него все случается вот неосознанно. Спонтанно. Спонтанно. Импровизация сусильна. Что касается рынка земли. Я не великий там аграрий, хотя в свое время писал концепцию для этой партии. Кстати, она им не пришлась. Но если они дожили до того, что два человека, возглавившие аграрную партию, были певцами, то можно себе представить, как аграрии представлены вообще в этой стране. Вот то, что сейчас Чеплыга говорит. Нет профсоюзов, нет гражданского общества. Нет. Вибачаюся, пріоритет дзвінкам. Будь ласка, доброго вечора, ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка. Алло, алло. Так, слухаємо. Я хотел по-другому, это за счет пенсии, але уже тут говорят за счет купюр вот этих больших. Так что не знаю, что это такое. Ну, эти купюры тоже, наверное, буду, думаю, что будет нехорошо вроде бы. Дякую вам, дякуємо за запитання. Прокоментуйте. Ні, ну здається, ніби нічого нема коментувати. Але люди хвилюються. Тобто вони розуміють, що десь їх намахують. Ключова фраза «хорошо не буде». Та ні, ніяк на жизнь в лучшу сторону ніяк не повлияє на жизнь граждан. І ще раз, головний тезис сказан. Це відложена інфляція. Вона пройде. Повищення тарифів, пройде. Ціна за газ, если никаких действий не будет сделано грамотных нашим правительством, а по-видимому не будет, вырастет. За все за это необходимо будет платить. То, что появятся купюры большего образца, никак не скажется в положительную сторону на жизнь граждан. Вообще об этом лучше не обращайте внимания, поймите, что будет чуть-чуть хуже. Вопрос только в правительстве, насколько хуже и как хуже это настанет конкретно в ближайшее время или, может быть, чуть-чуть отложится. Но то, что появились новые купюры, вот плюс, они будут красивые. Они действительно у нас очень красивые, очень похожи на европейские. Но европейскости эти купюры вам не дадут и нам не дадут. Поэтому ничего в этом хорошего не ждите. Возможно, станет просто чуть сложнее жить.
Щоб завершити цю тему, пане Сергію, от дійсно все хужеє і хужеє? Ну, тут можна вспомнити стару англійську поговорку. Отсутствие новостей – самая хорошая новость. Тут у нас є новості, нові купюри. Поэтому... Красиві нові купюри. Ну, красиві. Так от, возвращаясь к темі землі. Самый простой вариант – это взять и продать. Вот пришли новые управленцы, новые лица, новые технократы, новые. И они первое, что сказали, надо все продать. А я, как много лет занимавшийся бизнесом, я себе представляю, вот я беру нового директора, да, мне нужно там оживить свое предприятие. Он пришел, что-то там сидел, считал, потом приходит и говорит: Юрич, продавать надо. Но, если позволите, полутораминутный маленький анекдот, когда тонет Титаник, и к капитану приходит старпом и говорит: слушайте, шансов никаких нет. Ну, вообще никаких нет. Вот тонет, все, надо как-то спасаться. Боцман говорит: там в третьей каюте раввин едет. Они говорят: страшно умные. Ну, давайте сюда раввина. Вот раввина позвали, ему все рассказали, вот пробоина такая. Он говорит: вообще никаких шансов, он никаких. Он говорит: надо продавать. Є ще подібна версія, типу, що коли робили одне, друге, третє, то, що він вказував, а потім сказав: шкода, що тоне, а в мене було ще кілька варіантів. Это другое. Вот надо продавать. Зачем мне такие управленцы, которые лишают меня моего актива, который может зарабатывать деньги? У нас, в принципе, в последнее время... как бы уже устоялась, говорят, аграрная держава. Аграрная держава – это та, которая на земле зарабатывает деньги. Теперь мы берем свой последний актив и продаем его. Вместо этого актива мы получим деньги. Ну, вот то, что Александр называться говорит. Называться будем аграрно-супер. Красивые бумажечки, некрасивые бумажечки. Ну, мудрые китайцы... Ну, действительно, говорят... простые люди не имеют возможности сейчас выкупить то, что им належит. Но мудрые китайцы говорят, что голодному надо дать удочку, а не рыбу. А мы сейчас эту удочку хотим поменять на рыбу. Но мы ее съедим через полчаса. Вы знаете, мого деда, это Коломийский район, буквально 15 км от Коломии, было 13 детей, 12 хлопцев и одна девчина. И когда пришли, как то, ну, с 39-го года, как нас говорят... освободители. Другие россияне, ну, нас иначе называют россиян, то есть советы, другие советы пришли, то так, в связи с тем, что дедо был найбагатший в селе, он там имел всякие напоровые тязи, что-то там молотить, молотилку и тому подобное, и просто взяли, так оборали около хати, сказали: все. І діду мав, я просто пригадую, як мені мама це каже, що її дідові, моя бабуся казала: давай їдемо в Коломию, бо тому що нам тут, ми тут не виживемо, нас нема навіть петрушку на чому посити. Він каже: на стоні я маю антибіляцію. Я так потім зрозумів, що це якби документ антибіляції, який дає право на приватну власність, бо тоді ще за Польщі право приватної власності було непорушним. Ну, а потім все вокруг, общее все вокруг моє. Гаразд. Ми переходимо до наступної теми. Соціологи із групи «Рейтинг» запитали українців, що вони вважають найбільшою загрозою для держави сьогодні. Це зовсім свіже опитування, яке проводилося з 19 по 22 жовтня. І ось зараз ми можемо побачити результати. Соціологічна група «Рейтинг» провела опитування серед українців і поцікавилась, що є найбільшою загрозою для нашої держави сьогодні. Кожен із респондентів міг обрати кілька варіантів відповідей. Тож, 56% опитуваних вважають, що найбільшою загрозою став масовий виїзд українців за кордон. Близько 45% назвали економічний занепад і зубожіння населення. 40% вважають, що це здоров'я нації, і 36% респондентів назвали повномасштабну війну з Росією. Ще 29% припускають, що найбільша загроза для України сьогодні – це інфляція. Опитування проводилось з 19 по 22 жовтня цього року серед українців віком від 18 років і старше. Вибірка склала 2500 респондентів. Інтерв'ю проводилось у форматі face-to-face. Знаєте, яка пісня? Безнадьога.ру. І це зараз точка в Україні у нас. Для мене шок був ці цифри. Я думаю, для вас теж, що 56%. Ні, для мене шок совершенно другого. Для меня шок то, что мы все время пытаемся диагностировать симптомы, не понимая происхождения этих симптомов.
Вот все, что говорится, это производное. Это производное. Есть первинное и есть похідное. Так вот, как вы говорите, первинное совершенно не это. Первичным является бесхозяйственность. Не в смысле того, что вот улицы не убраны или еще что-то, а бесхозяйственность в плане того, что человек не чувствует себя хозяином. Все чужое. Есть два основных момента, по которым строится государство в отношении с людьми, по отношению с людьми. Это инклюзивный и эксклюзивный. Эксклюзивный, когда люди, вот такие, как, надо думать, мы с вами, активные, которые считают, что от них что-то зависит, и надо думать, что действительно что-то зависит. Пассионарии называется. Нет, это не пассионарии. Это просто рабочие люди, которые вот окурок лежит, он его не бросит. А, на таком плане, я разумею, так. Вот, то есть это его земля. Социально ответственный. Вот, и это тоже. Бесхозяйственность, первое. И второе, абсолютное непонимание того, что происходит. Вот я все время пытаюсь собрать компанию и сделать передачу «Территория смыслов». Там, где люди бы начали, наконец, понимать, в чем же смысл. У нас изначально государство строилось не как государство. Государство – это всегда система. Системы в Украине не выстроены с 91-го. Пане Сергію, вам дуже багато років. Невже ви не розумієте, що безгосподарність є спеціально спровокована, бо тому що в мутній водичці легше ловити рибу? Да, я это хорошо понимаю, но только когда к нам с вами на улице подходят люди ромской национальности, то мы приблизительно понимаем, чего они от нас хотят. Почули вас, пане Олександре. Ну, здавалось бы, розгубленість, шок від цих цифр, але від вас треба коментар. Ну, все это, я согласен с Сергеем, все это показывает одно, то, что общество находится в так называемом раздрае. Это действительно симптомы, вот эти цифры. Есть причины, и никто, или скажем так, на них обращают внимание, но пока еще не на государственном уровне, не на властном уровне. Если у нас премьер-министром, я не пытаюсь перепрыгнуть на другую тему, просто надо понять, если у нас премьер-министром выбирается человек, который призван давать ориентиры для рабочих, ну то есть вот у нас достаточно много еще предприятий, на которых работают люди, там они не пенсионного возраста, но они выходцы из Советского Союза. Они привыкли работать на крупнейших предприятиях. Украина являлась в советское время, там по 10, 15, 25 тысяч были работников. Нужно понять, что это определенный менталитет. Ну то есть они были задействованы в рамках Советского Союза как определенные части. Мы никогда не делали конечный продукт полностью, то есть это был совокупный труд. Вот сейчас представьте, нашему обществу постоянно вбрасываются определенные опасения, но не делается общей цели, к чему мы идем, что мы делаем, какая мы страна. Вирішив вам трошки запанувати. Пане Олександре, а чи не думаєте ви, що саме якраз ця причина, коли не було кінцевого продукту і деякі ланки виробництва були розкидані по цілому тодішньому Радянському Союзу, якраз однією з причин загибелі радянської економіки? Нет. Яка была так глубоко, ну, скажем так, не централизована? Нет, конечно. Но я не пытался погрузиться. Вот я просто хочу сказать, что, по крайней мере, все, кто работали на этих предприятиях, они четко знали цель. Наш премьер-министр не говорит, мы на сегодняшний момент, мы аграрная держава, но землю, правильно вы сказали, но землю мы продаем. Мы создаем мы самолеты. Или мы создаем, к примеру, на самокате ракеты. Ездить, на самокате ездить. Но премьер-министр говорит, что мы строим новый космодром. Объясните, зачем вот этот абсурд и бред забрасывается в общество? Вот это все создает непонимание, во-первых, непонимание у обычного человека, как мы живем, откуда он получит денежные средства и вообще куда движется страна. Но это непонимание не так страшно у людей, таких как я или вы. Потому что мы большую часть жизни уже прожили. Нами большая часть жизни прожита. Но мне только 53 года, я половину жизни прожил. К большому сожалению, как говорят в Израиле, мы уже поколение, то, которое, ну, забытое. Да. Но есть студенты,
которые поступают в ВУЗ. Теперь представьте его юношеский максимализм, который в нашей стране начинает жить. Он приходит в ВУЗ, он не знает, мы будем создавать ракеты, или мы все юристы, или ему нужно растить зерно. Что ему делать? 56% хочет выехать за кордон. Именно по этой причине. Так вот, это опасение, демографический кризис, ну, это страшно для страны. Об этом мало кто говорит, но большинство стран об этом думает. Я хочу спросить, если у нас не родятся дети, а кто будет давать пенсию нам? Вот мне, вам, я работающий. Я, до речі, шокований, був, дізнався, що ультраправа партія ПІС, Право і справедливість у Польщі, вони хоч і ультраправі, але вони, здається, 500 євро, просто що ти маєш маленьку дитину. Кожній сім'ї, кожному поляку, кожній польській родині. Оце я розумію, турбота, знаєте, як кажуть люди, треба любити не до глибини душі, а до глибини кишені. От конкретно виймає держава гроші і стимулює народжуваність. Це не любов. Это не любовь со стороны. Держава – это калькулятор. Дайте мне 5 минут, и если бы была стабильная экономика, я бы на калькуляторе вам просчитал, сколько новорожденный, при условии, что его желательно бесплатно обучат в нашей стране, сколько он в итоге вам отдаст, если проживет до 75 лет. Не надо быть умным. На звеночек, будь ласка, доброго вечера, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый вечер. Ну, у нас вечер тут. Я слушаю, как вы ищете первопричину всех проблем. А первопричина – это в информации. Ложь сплошная со всех телеэкранов олигархических. Первопричина – это олигархи, которые разграбили, и которые не о развитии думают, а подбросили нам о коррупции, рассуждаете. Какая хрена коррупция, когда жить не на что? Подякуємо, про хрень не будемо говорити. Власне, опитування провели і наші журналісти, якраз про це ми можемо почути. Вони вийшли, наші журналісти, на вулиці столиці, аби з'ясувати, що турбує українців найбільше. Давайте подивимося. Є Запоріжжя, доктор, офтальмолог. Зарплати не ростуть. 4,5 тисячі. Це з вислугою лет совсем. Поэтому абсолютно нет, ничего не поменялось. Ну, надеемся, опять же таки, мы надеемся. Цены растут, как на коммуналку они повысятся с отопительным сезоном, так и в основном на все, на продукты питания самое основное. Кардинальных изменений, как таких, ну, лично я не побачила. Отрицательные эмоции, полные отрицательные, сплошные. Я вообще не такой уже, чтобы пессимист, но... Зарплата не растет, цены растут. Вы знаете, как у спорте, доля секунды и кто-то не первый. Вот так лучше. Кто хитрее, кто быстрее, кто не ленивый, тот живет хорошо. А кто будешь сидеть, ничего не будет. Потопаешь, полопаешь. Пане Олександре, прокоментуйте, будь ласка, дзвіночок. И повернемся до блицов на улице. При всем, при всех тех французских выражениях, которые были во время звонка, я могу сказать, что правильно это волнует всех, то, что жить фактически не за что. И это правда, это надо слышать. Но почему это возникает? Вы говорите о первопричинах и о том, что первопричина олигархи. Да не в олигархах дело. Дело на самом деле в политиках. Потому что олигархи являются всего лишь инструментом этой лживой олигархи политики. Олигархи утримуют политики. Да, но политики существуют и обслуживают. Невозможно существование олигархов без политиков. К чему я это веду? Вот пока вы и мы, и я, как граждане, позволяют вам рассказывать о том, что у нас реверс газа, и поэтому вы обязаны платить дороже, потому что вы кого-то ненавидите, вот тогда вот это будет существовать нищета. Пока вам будут рассказывать о том, что нужно приватизировать все энергопоставляющие компании, которые были государственные, и все молчат, вот это будет нищета. И пока вот это все будет происходить, и все будут молчать, олигархи возникают и пропадают. Вопрос в другом, что политики, заставляя, дурят вас, и вы во время, культивируя ненависть к соседним державам, позволяете оплачивать вот эту культивацию ненависти, вот это будет существовать у нас нищета.
Пане Сергію, я знаю, що ви мали певне відношення до офтальмології, а там в вуличному опитуванні одна жінка згадала про 4 тисячі гривень лікаря-офтальмолога. Я особисто я не думаю, що діти того лікаря, як то кажуть, лижуть від голоду шиби, тобто вікна, або там вони рахують горох до супа. Або продають хрусталики від катаракти. Да, да? Да. Прокоментуйте, будь ласка, вуличне опитування. Я по-другому немножко перефразирую эту тему. Если вдруг так случилось, что в Запорожье так низко оплачивают офтальмологов, я могу порекомендовать барышне... Рекламы не треба. Доехать до Харькова, где большой спрос на офтальмологов, если он офтальмолог, если он профессионал, и она к этой сумме, которую назвала, спокойно сможет дорисовать ноль, и она будет получать эти деньги и будет очень востребована. Поэтому не вопрос в том, сколько получают офтальмологи, вопрос в том, насколько они себя ценят. Если человек сидит в клинике, государственной клинике, куда люди перестали ходить, а перестали ходить не потому, что государство не верит. Реформа? Нет, в государстве нет той аппаратуры, которая требуется в офтальмологии. Первыми, кто начал зарабатывать среди медиков деньги, вот когда все пошло на... Это были дантисты. Вибачаюся, дзвіночок і потім продовжуйте. Да, пожалуйста. Доброго вечора, ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Ви в ефірі. Це Віктор з Харківщини. Мені дуже подобається ваш телеканал, особливо ведучий. В наше время это очень сложно быть объективными. Ну, и дякую. Вообще, очень хотелось бы, так грустно вы обсуждаете происходящее. Ну, это все от того, что вы смотрите с одной или с другой точки зрения. А если поменяете местонахождение, ну, смотреть будете с третьей точки, тогда более-менее это будет оптимально и неплохо. Я что хочу сказать. Конечно, трудно нам находиться между такими двумя айсбергами, как Европа и Азия. А если свою третью интерес иметь, казацкий, и свои взгляды на... Дякуємо вам. Дякуємо вам. На жаль, наша просто програма добігає до кінця. Хочу вам подякувати, що ви нас дивитеся. Ми працюємо для вас, і ми стараємося бути об'єктивними, тому що це є стандарти, світові стандарти об'єктивної журналістики. Зараз у нас вже добігає програма, і я би хотів по 30 секунд, будь ласка, від вас почути підсумок, тобто прогноз і, можливо, якась рекомендація чинній владі, щоб не було якогось катарсису. Прогноз, если будет продолжаться в той же парадигме, в которой это все движется, мы очень-очень быстро свернемся, схлопнемся просто, как черная дыра. Если наконец начнут слушать тех, кто действительно является экспертами, аналитиками и специалистами, то, возможно, услышат решение масса, их масса в такой стране, как Украина, невозможно не найти решение. И нужно было набраться огромной фантазии и усилий для того, чтобы эту страну довести до того, до чего довели. Дякую, почули вас. 30 секунд. Кратко и про звонок. Казацкий интерес свой, я отвечаю сейчас на звонок, нужно иметь. Но этот казацкий интерес состоит, если мы на стыке находимся, то нужно иметь рынки, которые рядом с нами. То есть имеется в виду естественные наши рынки. Так вот, не меняя место сидения, я вам скажу, что рынки закрываются. Нам искусственно, мы сами себе закрыли рынки и не торгуем на них. Это полный бред, и правительству необходимо, отвечаю на вопрос, не кататься на самокате и разглагольствовать на тему строительства космодромов, а открыть наши естественные рынки и лоббировать интересы нашего бизнеса за территориями Украины. Лоббировать разными Дякую. Способами. І в этом наше будущее. Дякуємо. Дійсно, закони географії ще ніхто не відміняв. І, на жаль, уже котрий президент не використовує нашу навіть географічне розташування. А зараз настав час прощатися. Я дякую нашим гостям. Це була програма Prime Аналітика, і я її ведучий Руслан Коцаба. Зустрінемося, як завжди, завтра, рівно о 19:00. Усі наші програми можете подивитися на сайті телеканалу ТВК КРТ.
www.kp.com.ua. Також долучається до нас Facebook, Instagram, Twitter та на YouTube. Не перемикайтеся, попереду ще багато цікавого.